Всем привет! Всем привет! Сегодня 31 декабря, и мы в городе Пушкин. Нетипично начнем нашу серию с румтура. Покажем вам сейчас то место, куда мы заселились. Мы сняли квартиру. Вот там вы уже можете наблюдать прекрасные украшения этой классной квартиры. Сейчас мы вам... От нас. От нас, да, это мы принесли. Сейчас мы вам покажем, что за квартира. Вот. Так вот выглядит прихожая. Вот здесь такой веер. Дальше, Кристина, веди нас, показывай. Далее тут кухня. Кухня. Батальон. Какой батальон? Батарея. А, батарея. Батарея для Нового года. Холодильник. Плита. Газовая колонка. И через нее греется вода. Санузел. Специальная шапка. Вы ее еще увидите. Санузел вот так вот оформлен. На самом деле странно использовано пространство, можно было взять нормальную ванну. Ну ладно, идем дальше. Идем в гостиную. Вот так выглядит гостиная. Тут есть телевизор. Вот такая какая-то полка советская с книгами Донцовой. Кровать и шкаф. Папирус. И украшение египетским папирусом. Стопудово, значит, и наш новогодний флер, так сказать, вот мы добавили сюда. Квартира за двое суток стоила где-то около 6. А там вот бабочки. Тысяч, что, реальные бабочки? Реальные бабочки, реальные, прикинь? Бабочки. Да. Жесть. Да. Фу. Ну все. Дальше посмотрим, что будет. Забыли показать вид из окна. Вот такой вот вид из окна. Сегодня снежно и солнечно. А еще тут есть балкон. И на балконе есть... Балкон? Да, на балконе есть кормушка для синиц. В виде канистры и семечек. Вот на площадке стоит стол, написано «убрать». Балкон лучше. Стол-то, кстати, вполне себе норм. Кто? Стол? Стол, да. А мы едем в Евразию. Красивые здания. Это мы парк проезжаем. Вообще красотища. Красотища? Угу. Смотрите, какая красота вокруг. Все просто в снегу. Сегодня у нас минус 10. Наверное, один из первых новых годов, когда снег вообще и хорошая такая погода прямо новогодняя. Зимняя, да. Потому что обычно какая-то слякоть, грязь, вот даже снег даже вот на обочинах нормально выглядит. Это не город. В смысле, ну, это город? В смысле, город, но не Питер. Все, что не Питер, то не город, да? А, ну там же я даже не говорила. Заказали два комбо-набора бургеров с говядиной и картошечкой. Просто вот захотелось, знаете. К нему еще шел набор колы. Но мы все-таки сдались и купили пиво. Мы уже какой год зарекаемся пить раньше времени. Просто хочется поднять как-то настроение, сами понимаете. Такие же, наверное. Давайте с наступающим, друзья. Побольше радости и счастья в новом году. Но оно уже наступило, вы смотрите это гораздо позже, чем Новый год. Ну да. Ну, что поделать. Наступающим. Ой, а вкусно. Вот, собственно, как выглядит блюдо. Мы с друзьями, но они прячутся за кадром. Они скромные. Да, даже звук не подают. Ну, слушай, прям говядина. Мощный. Покажи разрез. Вообще мощный. На самом деле такая, что он воздушный. Вкусно. Картошку попробуй. И я попробовала картошку. Да. Так. На улице минус 10. Мы сейчас будем идти домой. Я не знаю, минут 40. Но сейчас еще рано. Смотрите, здание классное. Все в снегу.
Блестит, красота. Через 50 метров перейдите дорогу. Идем. Холодно. Нахоплились. Да вообще. Что завтра будет? А что послезавтра будет, ребят, вообще стать? -25. Да. Я боюсь. Таких морозов очень давно не было в Питере. Ну, это и не только в Питере будет. Вот так вот. Первые салютики. Здание тут красивое, конечно. И все заснеженное. Блестит тут, а? Блестит или как? Прикиньте, шапка снега и шишечки. Пианино из этих, из гирлянд. Рояль, да. Кристина шарит в музыкальных инструментах. О, смотри, как красиво. А вот и Екатерининский дворец. Посмотрите сериал «Екатерина». 4 сезона. Все, что в этом сериале происходит, происходит вот здесь. В этом дворце. Оцените, как выглядит круто. Короче, ребята, мы идем в абсолютной темноте по парку. Ни души, фонари не горят. Мы даже не уверены, что там открыто в конце будет. Я очень надеюсь, что это так. Но Яндекс.Навигатор так ведет. Так что мы нашли приключения, даже вроде бы казалось там, где их невозможно было найти. Идем и надеемся, скрестите за нас пальцы в честь праздника. Но вокруг красиво, конечно, только вы этого не видите. Так красиво, там уже такая тьма, что ничего особо не видно. Мы видим деревья, которые посыпаны снегом. Это практики все, они киски пошли, знаешь. Когда описываешь то, что видишь, но не видно на камеру. Ну ладно. Ну, кстати, минус 10 в целом терпимо. Я еще ничего одета. Завтра минус 15. Показался свет из-за деревьев. И люди. Надежда есть. Надежда, что дверь открыта, есть. Дубак, мы еще предположили, что парк может рано закрыться. Причем со всех сторон. И они явно не отслеживают, есть внутри парка кто или нет. Все, мы выбрались. Рада, что не осталось на Новый год там. Идем дальше. Теперь нужно найти магазинчик. А вот и магазинчик. Конечно, это шаверма, шашлык. Мы закупились в магазине в Кустер. Ну как закупились? Просто по мелочи взяли. Что, а ты будешь распаковочку или так расскажешь? Да нет, что у нас. Две бутылки вина на завтра, чтобы сделать глинтвейн, хлеб и тарталетки. А, еще там продавались какие-то, судя по описанию, очень вкусные кофейные напитки. Взяла на завтрак, продегустируем завтра. Там что-то клубника, банановая мята, или, банановое мороженое и карамельная мята, что-то такое. Вот так-то. Смотрите, домофон какой. Прикольно, да? И вот мы дома. И сейчас начинается предновогоднее приготовление салатика. Вот в такой кастрюле. А вот смотрите, у нас тут наряженная бутылка. И вот те напитки, которые Кристина имела в виду. Латте. Латте, банановое мороженое. Латте, мятная карамель. А чтобы было новогоднее настроение, что нужно смотреть, когда готовишь салаты? Правильно.
Иронию судьбы. Запускаем. Вы, кстати, знаете, что американцы сняли ремейк на «Иронию судьбы»? Такой бред. Но прям реально повторяет сюжет. Только со своими особенностями, так сказать. Не, ну не тут же. Это еще... О, погнали. Сегодня классический оливье, но я не все готовят его по-разному, я не добавляю морковку и, конечно же, не добавляю тут горошек. А перчатки лучше? Ну, я люблю перчатку готовить. Ресторанное прошлое, говорит. Какое? Ты никогда в Сибири жила, ты же в ресторане. Ну, хотите всех вводить в заблуждение. Никому в Сибири я не жила. И нет у меня никакого ресторанного прошлого. Я только по ним хожу. Кристина сказала не снимать картошку, потому что она страшная. Ну не надо, это не буду. Что далее вы добавляете? Добавили картошку, теперь режем огурцы. Маринованные? Да. Ну и коронный ингредиент. Колбаса вареная. Вязанка. Нет. Ну, вязанка, в смысле, перевязанная. Пахнет вкусно. Да. И потом все это мы приправим майонезом Ряба. Оливковым. Балтон! Скажи, кто тебе все время звонил? Павел? Он приедет. Расскажи, как ты с ней познакомился? Хорошо, как ты снимаешь? Трэш-контент. Что ты делаешь? Стол с кухни транспортировали сюда. Идет подготовка полным ходом. Здоровенная. Вот так вот стол потихоньку накрывается. У нас здесь фотофон. Маленький какой-то, правда. Мы, я не знаю, показали или нет, вот такая вот мощная елка и подарки, которые больше, чем елка размером. Мандаринчики Рафаэла. Кристина там что-то делает. А, кудряшки. Подойдите, кудряшки есть. Она одна. Что-то она уже несколько. Она уже несколько. Специальный кудряшко-делательной машинкой Philips. Можно не мешать? Curl Control. Можно не мешать? Curl Control. Вот такие солидные носки у меня. Один уже на ноге. Вот такие вот бутерброды с икрой Сига и палтуса. В смысле? Ты чего? Орехово-сырно-помидорно-медовая тарелка. Форель или семга? Какая-то рыба. Форель? Форель или семга? Семга. Вот тарталиточку с красной икрой и творожным сыром. Все красная икра. Готовимся. Скоро будем садиться. Провожать старый год, да? Скорее бы. Смотрите, какие кучеряшки. Какая симпатяга. Приготовление еще одного блюда происходит вот сейчас. Угадайте, пишите в комментариях, что это за блюдо. Те, кто смотрел сезон Шри-Ланки, должны знать. И вот финальный вид этого блюда, которым вы должны написать в комментариях. Ну, я знаю, что ничего не напишете. Ну и ладно. Ой. Вон что отпало. О. А где наш этот диск ушел? Вот наш богатый стол. Богатый, да. Больше вопрос не лезет.
А больше не надо, у нас только еды осталось. У нас всего четверо, потом, может быть, будет шестеро. Но все уже будут сыты к тому моменту. Икры во, рыбы во, всего во. Ну что, давай, ты должна сказать, как оно. Салатик отличный, что даже почавкало. Замечательно. Вкусно? Вкус Нового года. Нежный, балансированный. Вот сам попробуй, скажи. Нежнейший просто. Сейчас попробую. Все вот нежно. Отлично. А там Иван Васильевич меняет профессию. Все, полстола съедено, мы все наелись. Времени сейчас 22:02. Сейчас многие только садятся. Но мы уже покушали. А мы уже выпили одну бутылку шампанского и вторую открыли. Ждем наступления Нового года. И смотрим супердискотеку. Веком, дорогие мои. Вас, наверное, немного удивляет, но мы смотрим обращение президента 2000 года. Вообще-то это голубой огонек 2000. Ну да, это просто начало такое. Дорогие друзья. Попросил его не показывать. Ну, все равно видно. Это таков кадр. Ну, чуть-чуть видно, так. Ну, давай мы будем снимать нашу реакцию на этот тост. Ну, расскажи, что сейчас будет происходить. Наш друг, который не очень хочет показывать себя на камеру, приготовил, как говорит его жена, унылые тосты. Посвящены они все басням Крылова. Ну, а дальше? Первая была про стрекозу и муравей, и что мы вынесли из тоста данного друга. Что данного друга. Стрекоза не так плоха, а муравей козел. Объясни, почему людям. Ну, стрекоза просто ничего не делала, а муравей кинул ее, когда ей стало тяжело. И вот. Ну, тост был посвящен чему? Расскажи это нормально. Посвящен был тому, что не надо кидать людей, да, даже которые немножко танцевали неправы. Все лето. Немножко неправы. Ну, вот, тем более она его кум. Она его... Он кум ее был. Да ладно. Да. То есть он ее родственник? Да, она пришла и говорит, кум, помоги. Она подожди, говорит... А если она пришла и сказала кум, значит, ну, с Кубани был. Это был кубанский муравей. Кубанская стрекоза. Потому что в Питере говорят крестный-крестная, а на Кубани говорят кум-кума. Значит, это был кубанский муравей. Так, Кристина, тост еще не начался, хронометраж увеличиваешь сильно. А еще, ну так, ну ладно. Иван Андреевич Крылов. Петух и жемчужное зерно. Что? Я такого не знаю. Навозну кучу разрывая, петух нашел жемчужное зерно и говорит, куда оно? Какая вещь пустая? Не глупо ль, что его высоко так ценят? Я бы, право, был гораздо более рад зерну ячменному. Оно не столь хоть видно, да сытно. Невежи судят точно так. В чем толку не поймут, то все у них пустяк. Если вы продолжаете это смотреть, то вы прям фанат нашего канала. На Юлю! Смысл басни в том, что всех, кто в чем-то не понимает толк, называют невежами. А я считаю, что то, что нам навязывают по телевизору, обществу, всю эту культуру, там какую-то там, может быть, западную, не западную, какие-то там... Ну, на камеру я не буду выражаться. Не, ну, в смысле, что разбираться в чём-то? И если я в этом не разбираюсь и не понимаю, то нахрен оно мне нужно. Об этом я и хотел сказать. И пожелать всем, что если вам что-то навязывают, что это жемчужное зерно, а вам это нафиг не надо, а вам нужно что-то другое, то не значит, что вы невежи. Поэтому желаю вам не обращать внимания на ненужные вещи, а все-таки быть петухами, которые ищут то, что им нужно, а не то, что им навязывают со стороны. Нет, ну подождите, могу немножко поспорить. Есть же какие-то общепринятые какие-то... Так, Кристина, ну давай, я устал уже держать. Ну выпьем, конечно. Петух был прав. Ну раз петух прав. А я сейчас снимаю. Добрый вечер. Нет. Теперь да. Ребят, если вы ждете басню... 8 минут до Нового года, 8 минут.
Давайте разбавим немножко кадр. Покажем вам весь объем подарков, который здесь у нас имеется. Елка просто померкла на фоне этих подарков. Но елка так красивая. Елка шикарная. Опа! Опа! Нежданчик. А мы, не будем снимать телевизор. Мы не будем его снимать, конечно. С праздником вас, дорогие. С новым 2024 годом. Поджигаем! Микро не подожми. Ты наливай, а то сейчас это там что-нибудь случится. Пошло все не так. Черт. Кто-то съест тарталетку с моим желанием. Ты ее нам тоже съесть, просто закуси. Все, сдуло. Давай скорее, надо выпить успеть. Я не наливай мне полную, мне чуть-чуть, я не выпью просто. Все. Все, срочно наливай. Давайте. Давайте быстро. Выпивай срочно. Давайте. Прилипло. Давай, быстрей! Медом дали! Все, порядок, много, все в порядке. Ура! С Новым годом! Все в порядке, я успел. Он успел, как дело закончилось. Да ничего, сбудется. Я стать его прозвольца. Главное, чужую не подожгла. Нет, это наша, а снизу чужая. Да ее тоже, наверное. Ладно, наверное, видно не будет. Нет, там нормально. Ну а ты думала, вот так вот просто все? Да кошмар какой-то. Так наливайте. Стараюсь, наливаю. Все, с Новым годом, ребята! 2024 наступил. А как же реакция на взор подарков? Сейчас будет. Так, это мои подарки. Выбираю маленькие для начала. Ну ты легко догадаешься, что ли? Ну, держи. Духи? О-о-о. Ты не представляешь, Ваня, как это выбирать духи, когда у тебя был ковид. Антонио Бандерас. Испанский. Испанец. Да, они реально испанские. Сейчас заценим. Прикольно. Они с цитрусовыми нотками. Ко мне в Ривгоше подходит тетка и говорит, типа... Кристина, ты чё? Ну, рассказывай, что это. Это же реакция должна быть. А, ну ладно. Красиво выглядит. Выглядит прикольно. Но себя пшикнуто. Вкусно. На, хорошая. Не прогадала. Ну все, тихо, много-то не надо душить. Так, теперь второй. Ты доволен? Да, доволен, прикольно. Ну, мне не надо прям. Ну, я знаю. Ваня, все подарки тут. Последний есть. Раз уже, я не знаю. Ваня, я как взрослый человек дарю тебе только нужное. О, добрый вечер. Кажется, у нее есть таймер на 2 минуты. Такое уже было уже, только было 2. Одно она подарила себе. Это было на 23 февраля. Это крутая, у нее таймер есть на 2 минуты. Только я не знаю, работает ли она. Таймер был и у той, на самом деле. Такие вот зверёные. Теперь мои зубы будут всегда белыми. Надо проверить, чтобы она работала. Я не проверяла, аж не вскрывала. Ну, в смысле? Я не буду сейчас ее проверять. Это почему нет? Ну, богато выглядит. Черная. Ну, да, я выбирала красивую. О, работает. Доволен? Значит, ты неспроста забыла мою щетку? Ну, конечно, нет. Я так и думал. Я доволен, спасибо. Вообще-то у тебя подарок телефон у него, поэтому это еще два бонуса подарка. Он вообще олигархический человек с подарками. Ну ладно, давай, твоя очередь. Может, как я вкусно пахну. Подарим Костю с Юлей сначала? Да не, зачем? Ну давай подарим, пусть открывают. Давай, давай. Давайте вы сначала. Ну ладно. Настенька, хотели что подарить? Ой, как вкусно! А чего такого? Одна, два. Ну, начну с этого. Реально вкусно пахнет. Мне всегда так жалко раскрывать. А Бруно Банани пропал с прилавков, ребята.
Бруно Банани пропал с прилавка, знаете. Ну, на самом деле, это грустно. Это вообще, знаете, как все подорожало? Кому я рассказываю? Вы же наверняка близким своим подарки дарили. Ну и что мне делать? Смотри. Да что такое? Ну это тот, о котором я частично знаю, да? Да. Хоть на видео бы не говорила бы об этом. Да ладно, что, даже честный канал. Все просто рвет. Просто... Жесть! Ну, Ваня, тут ничего сильнее, могу закрыть? Ну держи. Фига себе так. А где кассета, в плеере что ли? Выглядит как радио. То есть человек сохранил упаковку и бумажку? Да, он практически новый, из 90-х. Я такого никогда в жизни не видела. Он реально практически новый. То есть его можно еще и так слушать? Его можно слушать так. Ну, он мечта. Даже записывает голос. Так. У него есть радио. Так, там кассета уже. Так. Ой, я не сломала? Нет. А где наушники? Ну, подожди, включи, он же так работает. А. Где это плейт? Нормально. Ты еще радио что ли еще есть? Да. Ни хрена себе. Это знаешь что это? Наушники. Это оригинальные финские наушники, короче, из 90-х, которые прям реально из 90-х наушники. Не, он мне правда нравится. Иванушки? Тату, вот это да, вот это тема. Это та самая кассета? Ну, я сошла с ума, я не знаю, какая это самая. Да, мне кажется, да. Ну, ты остановись, я не слышу, мне кажется. А это красочный, да не желтый альбом. Такого не было. Да, ну, блин, это прикольно. Так что, ребята, я буду теперь с плеером ходить. Видите, на джинсы повесила, пошел. Не, мне правда нравится. Я не думаю, что такие кассеты купишь, это просто как-то назад в детство вернуться. Когда я ходила по двору у себя в Краснодаре и слушала тату. Ну давай, следующий. Ой, я коробку. Прикинь, почти новый плеер. Вообще, я в шоке, как-то такое могло. Вот это мне вообще вызывало вопросы. Новосибирска? Нет. Какого Новосибирска? Новосибирск. А, ну это для объема просто. Потому что это невозможно было упаковать. Выкинь это просто пустая коробка. Сумочка? Добрый вечер. Ну все, я твоя. Плеер, это, конечно, хорошо. Блин, классная сумка. Ни хрена себе, чей это круг-то запаковали. А почему, когда мы с тобой покупали... Да я еще часть упаковки снял. Мне тут все было упаковано. Вообще красиво. Мне она под куртку подходит теперь. Спасибо. Ты меня не поцеловал. Вообще клевая. А чего вы свои подарки-то не смотрите? Так мы тоже сейчас это снимать будем. Давай. Так, у нас еще есть подарки, которые вы, вероятно, увидите в наших роликах. Ну, только большая? Нет. Ой. Три крышки. А почему три крышки? Для разных ситуаций. Для горячего, для холодного. Ни хрена себе. Ни хрена. Что это они нам должны были не понравиться? Да, что это вы придумали? Подумали, что сейчас, ого, как, ни хрена себе. Я теперь что-то чувствую себя неловко за наш подарок, Ваня. Вот так вот договорись. А вы не получите ничего. А бюджете. Это очень крутая кружка. Смотри, как красиво. Еще цвета такие. Да, премиум вотер. Пойду вас сейчас целовать. Подожди. Премиум вотер ботл. Серьезно? Кто туда будет воду наливать? Ну. Вот подарок. Котики любимой жены.
Что ты думаешь на этот счет? Ну, я думаю, это жестко, конечно. Жестко? Может, мы что-то о них не знаем? Мне кажется, это что-то точно не знаем. Как-то опасно, да, с этими людьми теперь становится. Даже здесь, в нашей жопе мира, нормально все. Мы просто далеко от центра. Да, вы... В Выборге мы просто ничего не видели примерно. Сначала посмотрим чужие, потом свой запустим. Так, а сейчас мой Xiaomi 13 Ultra включит самую новогоднюю песню. Шапка. Новый год намчится, скоро все случится. Роги. Парик очень красивый. У меня шапка, короче, маловато, она слезает, видишь, на затылок сползает. Давай, нормально. Ну, держи. Юля, на, поснимай. У меня руки не умеют. Ну, подержи меня чуть. Вот, все о, вот тут люди, смотри, что делают. Меня здесь ждут, значит, будем догоняться тут на лейте меня. Да ты огни. С пушком в руках, в скороходах, в сапогах. Танцуем рядом с елкой, а может быть сосной. С иголочкой со мной. Но она ушла куда-то там. Смотри. Снимай там салюта лучше. Нет салютов. А у нас тоже салют есть вообще-то, ребят. Ну, не, мы просто хотим чужие посмотреть, а потом уже перейдем. Может быть... С новым 2024 годом вас, ребята. Делайте вид, что вам весело. Давайте, аккуратнее куртки машины. Вань, ты все-таки же взрослый человек. В смысле? Это что вообще такое, Кристина? Это такие бенгальские огни в ленте. Там он мусор кинет, Кристина. Приличные люди пошли в мусор выкидывать. Не самый приличный человек. Ладно. Давай петарды подорваем. Да. Давайте попозже. Давайте, да. Смотрите, барокко. Мы никогда такое себе не позволяем, а но в этот раз... Это не тысяча рублей, полторы тысячи рублей. Строил. Пока что мы просто будем. О, давай. Ты славишься. Не, я их боюсь, я не могу. Эй, сто с лишним рублей. Салют. Да ну что там, это неинтересно. Сто с лишним рублей, хлопушка. Что там будет, страшно, ну, представить. Юля, так, раз, два. Ну, не 100, конечно, рублей, но ну, нормально. Нормально. Да, понюхай. О, да, это 200 рублей. На, в карман клади себе, поверну. Завтра ты горит. Реально красивые. Это нелегально такие делать. Так.
Я сейчас просто целый пучок сожгу, и сейчас посмотрим, подсмотрим ли мы их перебить. С Новым годом вас! С Новым годом! У вас классные бенгальские огни. Не то, что у нас говно какое-то. Я целый пучок сейчас сожгу, смотри. Смело, ты проиграл. Ага! Дали, да? Мощь! Она обжигается! А что? Жесть! А, смотри, ты проиграл, мне до сих пор горят! Зато дыма-то сколько было от этих. Ну, извините, такие вот у нас нищебродские бабки. Теперь снимается. Так, сейчас будет салют. За 1500, ребят. За 1500 так я отхожу, потому что мне страшно. Отходим, отходим, отходим. Это кого-то парит. Ребятки, отходим. Отходим! Я туда поставлю. А, назад отходим. Коммуникация не сработала. Вы хотели взять у меня интервью перед этим делом? Нет, мы хотим сорвать. А меня не видно же. Жахнуть-бахнуть, как говорят блогеры. Ну ладно, вы готовы, дети? Да готовы все, давай, зови сюда людей. Но это не мы. Полторы тысячи улетают в небо. Красиво. Не мешай наслаждаться. Вообще красота. Это было красиво. Почему мы раньше никогда не покупали этого? Ну потому что 1500, ну, ребят. Ну теперь я буду всегда покупать. Обожаю салюты. А теперь пойдем смотреть на халяву. Пакеты не забудь. Тихо, не подходи ко мне, у меня курс опасный. Отвали! И совсем не холодно, минус 15. Все с пакетами, как русские, на курорте ходят. Ну, конечно, а что? Лицо подсвети фонарем, не видно тебя. Нельзя. Красивая! Ты любишь? Да, это мой самый любимый. А вот и Серега! Всем здорово! Привет, с Новым годом! Тихо, не уроди! Здорово! 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 Мы идем немножко погреться домой, пойдемте! С помощью Ивана Андреевича Крылова, басня. Лисица и виноград. Что-то знакомое. Голодная кума-лисица залезла в сад. В нем винограду кисти рделись. И кумушки глаза,
и зубы загорелись, а кисти сочные, как яхонты, горят. Лишь то беда, висят они высоко. Отколь и как она к ним не зайдет, хоть видит око, да зуб не имет. Пробившись попусту цей Чарльз... Серега сейчас сидит такой, что за слова вообще? Он играет Серегу, не мешай ему. Пошла и говорит с досадою: ну что ж, и взгляд-то он хорош, да зелен. Зелен. Буквы забыл какие-то. Пошла, просто я уже не очень. Да, мы веримся. Пошла и говорит с досадою: ну что ж, на взгляд-то он хорош, да зелен, ягодки нет зрелой, тот час оскомину набьешь. Смысл что такое басни... оскомина? Смысл басни в том, что лисица увидела виноград, угу, который не могла достать, так, и такая: да и фиг с ним, и ушла. Ага, да? И... Крылов высмеивает это тем, что не смогла добиться своей цели. А, ну да, кстати, честно сказать, так. Да. И такая, что типа, а не смогла добиться, да и фиг с ним. Ну это же тупо, что она не добилась. Желаю в новом году, чтобы все были как лисица. Почему? Если не можете добиться какой-то цели, не надо на ней зацикливаться. Идите дальше. Слушай, он какой-то... Он все наоборот, короче, делает. Если у вас ничего не получается, забейте. Ну почему? Наоборот, надо добиваться своей цели. Упираться там вообще, просто по полной идти к ней. Но биться головой об стену... Да надо, иногда надо так делать. Если не биться головой об стену, то можно вообще не получить того, что ты хочешь. Почему ты тут... Нет, я не согласна. С вещателем не согласна. Если ты чего-то очень хочешь, реально, как это там, бетон грызть, как это говорят там правильно. Ну, так короче, и говорят, да. Да, там, все вот делать, но, вот... но реально. А если ты просто такой, чуть-чуть не получишь что-то, ты такой, ой, не получилось, сдамся. Ну, серьезно, и всегда сдаваться, что ли? Нет, я не согласна. Надо бороться за свое желание и счастье. Надо добиваться того, что ты можешь сделать, не... а то, что не можешь. А ты никогда не знаешь, никогда что не ты можешь. Ты можешь, те страхи могут говорить, что ты такой, типа, ты не можешь. Какой противоречивый тост, ты не ребята. Можешь. Не нужно делать для себя невыполнимых так это невыполнимо. Желаний. Да, все выполнимо. Виноград для лисицы было достать. Она не могла его достать. Залезла по дереву и достала. Веточкой. Или дурака в какой-нибудь нашла там. Морозы, например, с сыром. Да, и все. Она могла все сделать. Просто она это почему-то так, Константин, твой тост не принимается. Ладно, 2-1 в мою пользу. Да, в мою все равно. Тост принимается, но я не согласна. Нет, ну пить мы до него не будем. С Новым годом! Не, ну согласитесь, надо биться за то, что ты хочешь, а не просто легко сдаваться. А лисица журавль уже была? Нет, еще не было, кстати. Нет? Иван Андреевич Крылов, Белка. В деревне, в праздник под окном, помещичьих хором, народ толпился. На белку в колесе зевал и дивился. Вблизи с березы ей дивился тот же дрозд. Так бегала она, что лапки лишь мелькали, и раздувался хвост. «Землячка старая», — спросил тут дрозд, — «нельзя ли сказать, что делаешь ты здесь?» «Ох, милый друг, тружусь день весь. Я по делам гонцом у барина большого, но некогда ни пить, ни есть, ни даже духу перевесть». И белка в колесе бежать пустилась снова. «Да, — улетает дрозд, — сказал, — то ясно мне, что ты бежишь, а все на том же ты окне». Посмотришь на дельца иного, хлопочет, мечется, ему дивятся все, он, кажется, из кожи рвется, да только все вперед не подается, как белка в колесе. Желаю вам, ребята, чтобы вы были как белки, невзирая на то, что кто-то от вас ждет, что вы куда-то будете рваться, чьи-то надежды там выполнять, делали свое дело, несмотря ни на что. Как та лиса, которая не сделала свое дело, за которую меня зачмырили. Не обращайте внимания, делайте свое дело
И пусть кто-то там думает о вас что угодно, что вы там, может, чего-то не добиваетесь. Делайте свое дело, и вы своего добьетесь. Спасибо. Какой красивый мужчина, Серега, смотрите. Ай-вай-вай, как красиво. Волосы, ой, какие волосы хорошие, да? Вы подтверждаете, что волосы хорошие? Yes. Подтверждаю. Yes. Вы учили в школе английского to be in one of all? Yes. Yes. О, ученики школы. Не, ну красиво все, хорошо. Давай, давай. Давай. Ох, вообще просто хорошо. Какой шампунь, спроси? Head and Shoulders, я думаю. Альфа Парк. Шампунь Джумай Самба. Джумай Самба? Ну, подождем. Подождем, конечно. If I am the wonder, when I have flashlights, nightmares, sudden explosions. Я третий взрывал, но такое. Какой четвертый. Кидать? Куда? Вот сюда. Да, снег, снег не надо было. Ну, я, спасибо, что меня вот нормально. Покажи ее, подожди. Блин, перчатка упала. Просто вот сюда вот так. Хорошо. Катни, просто катни на дорогу. Больше, больше. Синим? Я просто засовываю себе и пытаюсь затушить. Второй пошел. Кидай! Кидай! Это а он съест весь. Он... А мне нравится это. Он так вот и сделал. На день рождения только подарили, а он свечку сожрал. Пьяница насмерть просто. Куда, куда вы едете? Бери вина. Костя, мы в тебя верим. Девочка, помоги. Это пасхалочка к следующим сериям, ребята. Да. Чтобы вы понимали, куда мы едем. Блин, охренеть, 4 часа. Нет, 358. А, 358. Я не понимаю, что все это значит. Ты очень жизни как всегда, вот всегда. Воды нет ни капли в сосуде. Зачем я не помню? Ну давай, мы тут. Пустыни измучились люди. От жарки не знаю. Проклят твой черный песок, шайта тайфун, и очень в этом мире жесток. С Новым годом, ребят. С Новым годом. Я даже лисички танца не видела до сих пор. Я сейчас ходил в магазин за шампанским и вином. Там люди просто, блин, неадекватные, они были все... А что же завидно как-то, да, вот, что они такие? Они и разговаривают,
очень вот пьяна, блин. А мы вообще кидаемся. Это самый какой-то трезвый Новый год за последние года, если честно. И шутки там. Вот эти вот плащ. Подождите, все бедные там уже. Да, у меня был такой. Я просто... А я серьезно, вот, блин. Я узнаю. Филипп Киркоров. Давайте поддержим Фильку.